Ребятки, всем привет! У меня утречка. Я иду по магазинам. Закончилась каша жуку. Ой, вот так вот. Ячневая крупа надо подкупить. Гречка есть, рис есть. Хотя килограммчик риса можно купить, ячки купить, бананы. Зайду что-нибудь на бутерброды возьму. Посмотрю, есть ли куриное филе. Там что сало лежит, надо фарш приготовить. Ну, короче, всякое такое. И еще на секонд хочу зайти там побродить. И хочу зайти в новую Аврору. Посмотреть, что там интересного. Температура у нас плюсовая сегодня, но ветрено. Ветер. Передавали по прогнозу порывистый ветер. К жуку мне сегодня не идти, я передала там еды ему, косточку. Опять плохо кушает, он не доедает. Ну ничего, нема аппетита. Тоже дали ему прогонку от паразитов. Вот. Может, лучше кушать начнет. Все, новый магазинчик. Аврора. Да, гораздо больше выбор. Не, хотя полупустые полки чуть-чуть. Но места тут больше. Терочки такие маленькие, шумовки, такая у меня шумовка. Вон семена. Вот точно такое же я сеяла, у меня на ней взошла. Плохо взошла. А это что такое? Это мышеловки. Да, мышеловки. Арбузы у меня есть. Это попкорн кукуруза, я ее не беру никогда. Ни разу не сеяла. Такая у меня есть. Ой. Кабачки не надо, капуста не надо, морковь, ничего мне не надо. Такая есть. Такой салат тоже у меня есть. О, и салатничек у меня такой есть. О, прикольные вот эти с узорчиком. Чашечки для кофе такие маленькие. 59. Подарочные упаковки. О, как у меня вот эти на ножках. Да. Вот эти кружки мне нравятся. 100 гривен, она стоит 99. Такая прикольная. Ну, смотрите, какой прикольный, типа ланчбок. Ланчбокс для детей, чтобы с собой кушать брать. Ого, как он открывается. Смотрите, какой интересный. Красивый, да? И в виде сумочки так. Вот, как закрывается хорошо. Это сито такое, раскладывающееся. Прикольно. Контейнеры. Ну, тут места больше, конечно, в магазине. Ух ты, какой ошейник. Нехило. А мы такой брали Альми, она тут же разгрызла. Быстро. Вот это вот хороший шампунь, кстати, от Блох. Действует хорошо. Видите, корм по акции. Разобрали. Игрушки.
Блин, музыка играет. Порошок. Блин, ну мне ничего такого не надо. Пледики такие тоненькие, 349. Такие. Блин, музыка, нам придется как-то забивать ее. Наверное, видео без звука будет. Туалетные бумажки. Всяко разно. Ну, мне нравится, что народу немного. Сумки разные. Ой, какие прикольные очки. Жалко, что все очки эти, что продаются, они все плюс, 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 минус. Никогда не продают. Все плюс. А у меня минус. О, минус. Нифига себе. Сейчас попробую. Померяю. О. Я лучше вижу. Это минус полтора. Хотя так нельзя, конечно, очки покупать. А, они тут все, ой, куда я в карту, все одинаковые. Ну, по оправе. Минус полтора, минус полтора. Сколько? 59 гривен. Тут все плюс, плюс, плюс. Плюс. О, минус полтора в красной оправе. Я сейчас попробую. Может, так чисто для дома взять. Но они мне не идут вообще. Ну, вижу лучше, но как-то не совсем. Оно какое-то такое неприятное преломление. Оно сейчас еще раз эти одену. Там где-то валяются очки на даче. Я их тоже на рынке покупала. Не, неприятно глазам. Я иду, оно, блин, фу, аж тошнит. Не то, короче. Только минус полтора и больше нема. Полтора, полтора, полтора. Полтора. Полтора, все полтора. Вот сиреневая есть оправе такая слегка. Полтора. Все. А эти плюс. Плюс, плюс цены то. Не. Это что, просто имиджевые очки. Короче, сумочки разные. Резиночки прикольные, маленькие такие. Ой, какая симпатичная. Сколько всего. Вот это класс. Ой, классная, мне нравится резиночка такая. Ой. Прикольная тоже. Я взяла вот такие резиночки себе. Красивые. О, а почем они?
Где? О, все. О, по 4 гривны. Я 2 штучки взяла. А что тут еще есть интересного? Что глаза разбегаются. Что это такое? Какая-то тарелка такая. Декоративная. Цветошки. Ого, 119. Дорого. О, смотрите, какой декоративный кактус. Ой, свечки какие красивые. Это подсвечник просто. Вот свечка. Прикольно. О, у Лены такая есть. Наподобие. Так, что-то жарко, надо выходить уже. Так, ребята, зашла в АТБ. За бананами бананов нет. Мне еще нужна ячка по 11,90. Раз. Сейчас я домой пакет занесу, а потом пойду дальше. 2, 3, хватит. 3 ячки. Сейчас глянем рис. Так, а что тут есть в этих пакетах, что подешевше? Пшено такое мы не едим. Это что? Нет, это пшеничная, не. Гречка есть по 19, гречка. Я возьму 1 килограмм. Так, что тут с рисом? Ну, рис, конечно, дороже. По 47. По 47. 49. Это что, другие якісь? А, такой длинненький. Ага. Цей кругленький, что мы любим. 47. 30. 47-30. А вот есть рис какой-то. Ну, вот если собакам, то такой брать. Ой. Я не знаю, какой рис брать. Фиг поймешь. Все, ребята, скупилась. Я, короче, в Авроре купила, знаете что, скалку. Только ж недавно готовила пиццу. Дома скалка есть, на даче скалки нет. Что если не таскать, купила скалку новую. Вон мои пакеты стоят. Набрала, так набрала. Не знаю, наверное, отдельным видео сниму обзор покупок. Я сейчас сумки оставлю, водички попью и пойду еще на секонд схожу. Все, я этот самый. Боже, что смотри, торчит. Я переоделась, одела просто футболку, ребята. Свитер сняла, одела футболку и носки вместо теплых переодела обычные тоненькие. Что-то зажарилось, так жарко, на улице прям плюсовая погода. Вот, зайду на секонд, мне там кое-что посмотреть надо. И зайду в Сельпо, потому что в АТБ бананов не было, не купила бананы. А мне нужны бананчики. А вот, да, отдельным обзором я сниму там много сумок, потом поразгребаю их. Так, сейчас схожу, потом вернусь. Мне надо вопрос-ответ на сегодня записать, еще выпустить до 16. Вот, потом планирую... А, набрала куриного филе, буду фарш сегодня делать. Вот, короче... Сейчас померяю ее. Как подстрелена. Короткая. И тут большая. Вверху прикольно все. А внизу кошмар. Шутся. Кошмар. Вот это вот. Да, шутся. Блин, а это прикольно. Только короткая. Только вот тут немножко подрано. Чуть-чуть.
Так, одну курточку я взяла. Беру еще померить штаны для дачи. Тут разные, сейчас буду мерить. И кофточка вот такая. Сейчас померить. Слушайте, мне кофта так понравилась. Ребята, цена 135 гривен и 75% скидка. Это она будет гривен 30 стоить. Такой балахонистый. Прикольно, еще капюшон есть. Блин, классно. Мне нравится. На даче вообще класс. Все, я ее беру. Клевая. Вообще. Так, первые штаны. Такие. О, раскормила. Ну, чуть-чуть коротковатые, но мне на дачу. Но они мягенькие такие. В них и присесть можно удобно. Ну, тут спадает, но можно подтянуть. Чуть-чуть, видите, подстреленные. И одна, по-моему, короче, другое. Может, так кажется. Короче, на дачу нормально, да? Блин, а эти вообще удобные, ребята. Спортивки такие с карманами. Вообще, они такие мягусенькие. Смотри. Блин, классно, я тебя точно беру. Не знаю, те серые брать или нет. Так, эти нет. Слишком обтягивает. Ой, дырка в кармане. И этот самый обтягивает колени мои толстые. Так, ребятки, я уже дома. Что, я вам сейчас покажу, что я набрала. Показываю, что у меня тут есть. Я так довольна вот этой кофтой. Это просто. Лена домой пришла, я ей показала. Я еще не стирала, ребята, все пока с этикетками. Сейчас закину все в стирку. Лена пришла и говорит: мама, блин, я тоже хочу такую кофту. Я говорю, надо было со мной идти. Я говорю, она на тебя большая, я не отдам. Ты что? Я прям влюбилась в нее, я прям, не знаю, мечтала о такой кофте, именно кардиган с капюшоном, и чтобы была удобная, чтобы была объемная, большая, я очень счастлива. Так мало того, она сегодня в распродаже, скидка 75%. Полная ее цена, я вам показывала на себе уже, да, полная ее цена 135 гривен, ребята, со скидкой она мне вышла 33,75. Это просто капец, просто вообще. Я так довольна, я так счастлива. Не знаю, еще раз мерить, все не мерить, но мне хочется надеть. Ее можно и не застегнуто носить. Есть карманы, правда, карманы я не очень люблю, больше люблю, когда они здесь. А здесь карманы прям по разрезу кофты. Ну, все равно классно. Такие большие карманы. Вот, удобно. Классно, такая кофта, я так довольна. Вообще, цена копеечная. Я ее брала на дачу. Но сейчас свою Ленка покрутила, я говорю, мама, я тоже такую хочу. Я думаю, может, не на дачу, а так вот, когда куртки скинем, когда весной. Вот, чуть-чуть есть мелкие катышки, если присмотреться. Ну, где-то можно вот убрать. Ну, так, в общем, она классная. Такая кофта, обалденная. Камера там снимает. Что-то снимает. Так, значит, такая кофта. Потом, что? Вот эти вот штаны, ну, я уже, наверное, не буду одевать, ребята. Обалденные штаны. Ткань, она тоненькая, очень мягенькая, тянется все, эластичная. Вот, даже есть карманы, вот здесь вот, такие небольшие карманы. Я не очень люблю штаны с манжетами, тут манжетов нет, они слегка заужены, без манжетов. Вот, есть шнурочек, чтобы затягивать, но его даже затягивать не надо, мне прям по талии, прямо хорошо такие штанишки. Вот, их цена, они сегодня без скидки, полная цена 98 гривен. Вот все, такие штанцы. Размер 10. УК 10, US 6. Ну, короче, вот как-то так. Вообще классные. На дачу будут самые то. Ну, пока их постираю, буду дома. Тут одна надпись такая. Буду дома их таскать. Вот, так. Дальше, вот эти вот, что я вам показывала, крутила, думаю, может только черные взять, потом думаю, не, возьму тоже серые, они мне менее нравятся, вот, но я их взяла из-за того, что они с начесом,
То есть на баечки такие теплые. Вот сейчас, весна начнется, можно в них ходить. Вот. Они не чуть-чуть коротковаты. Ну, тут и попа больше, они такие более объемные. Вот, чуть-чуть коротковаты. Без акции, полная цена 78 гривен. Вот, размер L-ка. А, тут вообще написано «мен», представляете? Хотя я взяла в женском отделе. Ну, вы никому не кажите, мужские штаны. «Мен». Вот, тоже карманы есть. Ну, какая, кто там знает, «мен», не «мен», чи «вумен». Вот, на утеплитель. Все, у меня на даче, потому что на даче целая проблема штаны. Их часто пачкаешь, вот, и то и дело их меняешь. То есть штаны у меня, а все, что у меня есть, они уже подизносились. Там коленки растянутые. Тоже есть у меня серые штаны, пятно зеленое от травы не отстирывается, чем только не выводила. То есть они уже свое. И хочется обновить, чтобы было во что переодеться, поэтому взяла. Так, дальше, ребята, кофточку эту сниму. Дальше. Вот эту вот куртку я все-таки взяла. Ребята, она тоже в акции. Она мне очень понравилась. Так, что тут? Размер тут отрезан. Непонятно. Она, посмотрите, она утепленная. То есть ее сейчас можно носить. Я не знаю, на дачу ее, не на дачу. Но она классная. Вот здесь вот по руке затягиваются манжеты. Как хочешь. Как хочешь. Вот, хоть так, хоть сяк, и она очень теплая. Вот. Ну, не знаю, для дачи, не для дачи. Чуть-чуть, вот здесь вот, если присмотреться, как краска немножко местами, ну, блин, вам не видно будет. Но это если присматриваться, а так, в общем, не знаю, она такая классная. Было бы круче, если бы она была, ну, я не знаю, вы, наверное, меня не видите полностью. Если бы она была чуть-чуть длиннее, вот, чтоб, ну, хотя, смотрите, она вот до сюда. То есть по размеру вообще идеально, классно. Вот, вот этот карман обманка, я уже посмотрела. Застегивается вот так. Вот тут кнопочки. Нет, тут ничего не... А, внизу кнопка. Ну все. И где-то вот здесь вот кнопка застегивается. Ну, в общем, как-то так. Но она, блин, классная. Она мне даже под мою серую шапку, она подходит идеально, которая с бусинами у меня. Вот. И удобные карманы. Не очень большие карманы. Они застегиваются на молнию. Вот. Ну, классная. Не знаю, она такая яркая, спортивная. Вот. Тут есть внутренний карман. Он, кстати, тоже утепленный такой. Вот. Единственный, конечно, минус, что не очень глубокие карманы. Ну, я, в принципе, всегда у меня спортивная сумочка такая, я с ней хожу. Не знаю, прикольно. И вон, видите, утеплитель какой. Вот все. На меху. И сама ткань плотная. И так, по цене. Она сегодня по скидке. Значит, полная цена где-то вот здесь. Китайские иероглифы какие-то. Полная цена 295 гривен. Смотрим, зеленая этикетка. Так, 295 гривен. Она мне вместо 295 вышла 147,50. Ну, прикольно. Где на рынке купишь такую куртку? Да нигде. Единственный вот минус, что опять нет капюшона. Там все куртки идут без капюшона. Видно, что он здесь был, потому что тут молния вот есть. Но, к сожалению, капюшона нет. Видно, они когда им приходят, оно все в сумках, оно все теряется. Вот, ну нету капюшона, плохо, конечно. Ну ничего, такая цена, да, 140 там с чем-то гривен, я взяла. Так, дальше что я взяла, ребят? Дальше, там есть, там не только бэушные вещи. Там есть и новые, и бэушные. Значит, на стенде, где новые вещи, я взяла себе вот такой вот топик. Я люблю такое дело, особенно летом на даче. Это очень удобно. Ну, короче, показываю нижнее белье, ну как есть. Это новая вещь. Вот, с этикеткой, все, размер, тут все дела. Даже здесь написано 7, я не знаю, это евро, 7 евро. А заплатила я за него, это новая вещь, вот с биркой, с этикеткой, видите? Вот, на это прикреплено. И заплатила я за него всего лишь 78 гривен. Я себе недавно на рынке покупала такой черный, ну вот он, кстати, на мне. Я за него отдала 350 гривен.
Вот. А здесь новая мне вышла 78. То есть удобно тем, что нет никаких вот этих вот косточек. Ну, женщины меня поймут. На даче, когда ты нагибаешься, двигаешься, что-то пропалываешь, что-то копаешь, вот это цены нет. Очень классная штука. Вот. Летом на даче буду таскать. Так, и взяла себе на дачу белую футболку. Вот такая вот белая футболочка. Я все это постираю. Вот, ну тут где-то вот я видела, что ниточка торчит, но я ее обрежу. Вот. Обычная 100% хлопок. Вот, размер М-ка. Такой она свободного покроя. На даче мне как раз самое то. Вот, и цена без акции, полная цена 58 гривен. Все, ну только ниточку убрать. Так, и, ребята, я взяла, смотрите, знаете, что это там? А, подождите, я еще себе взяла кроссовки на дачу, сейчас. Я еще взяла себе кроссовки, легенькие-легенькие, тканевые. У меня наподобие вот этих кроссовок есть, кто помнит, светло-серые. Я их стираю в машинке. Эти я вытащу стельки, засуну в стиральную машинку и постираю. Они просто легенькие, невесомые. Вот здесь вот затягивается шнурок. Ой, у меня выкипело сейчас. Ё-моё. Выкипело. Вот. Что удобно, что здесь вот, вот так вот просто такой штукой затягивается оно по ножке. И они легенькие, все на резинке, все это тянется, очень-очень классные. Вот такие вот кроссовки. И их цена полная, без скидки. Сегодня 165 гривен. На дачу самое то. Легенькие. Так, и последнее, что я взяла, ребята, это вот такие вот плотные, большие наволочки. Вообще, моя задача, я давно ищу такие наволочки. Сейчас вам расскажу. У меня для чего? Вообще, мне нужно три наволочки. Но это, ну, удача мне подвернулась, что я две одинаковых нашла. Потому что в основном там все в разнобой. По одной, по одной, по одной. И такое, чтобы мне повезло, и их попалось три одинаковых. Причем именно вот такие плотные. Такого не найдешь. Ну, взяла две. Ребята, цена каждой 49 гривен. Вот. Плотная ткань, знаете, как мебельная, отбивочная. Цвет мне идеально подходит. Вот здесь вот молния. Ну, то есть она застегивается на молнию. О, полностью вот так вот. И теперь рассказываю, для чего одна такая. И вторая точно такая же. Тоже 49 гривен, без скидки. Для чего я их взяла? У меня вот этот диванчик, который на кухне, кожаный, да, дермантиновый, кожзам, как угодно можно назвать, я вам уже показывала, он весь сыпется, обсыпается, да. Если саму, где мы сидим, да, я застилаю пледом, периодически стираю, меняю, потому что собачки у меня тут, кошечки сидят и так далее. Кожа под ним, этот кожзам уже полностью облез, рассыпался и продолжает сыпаться. Вот. К нему в комплекте светло-бежевые, такие кремовые, идут три подушки, чтобы удобно было сидеть. И эти подушки тоже выполнены из этого кожзама. Я бы могла принести, но они там в шкафу у меня лежат, вот так вот я их запихнула, и они, ребята, сыпятся. И я хочу этот кожзам разрезать, выкинуть, вообще эти подушки выкинуть давно. Но почему я их до сих пор не выкинула? Потому что вот тут, которые у меня сейчас стоят, вот такие леопардовые, это вообще от дивана. Но они слишком здесь объемные, слишком большие. Сейчас, ребята, я поставила варить ячневую крупу. Я сейчас, подождите секунду, посолю, соль добавлю и перемешаю. У меня что-то тут выкипело. Накрою крышечкой. Вот. И их бы выкинуть, но мне жалко, в них находится внутри очень классный синдипон, да, наполнитель вот этот такой мягкий. Им набивают и игрушки, и подушки, куда угодно можно его использовать. И они полные вот этого наполнителя. Я хочу разрезать, наполнитель убрать, наполнить новые подушки, а этот чехол из кожзама, который сыпется просто,
выкинуть уже, но их 3 штуки. Но я же говорю, вообще идеально, чтобы 3 было таких наволочек, но нету. Я набью 2. 2 и, возможно, вот эти леопардовые поменяю, здесь поставлю. Или да куда угодно. Где-то на дачу пригодится, где-то под спину, под попу где-то сесть, подложить. Вот, они очень плотные такие, прям добротные. Вот, я посмотрю, либо просто, в идеале, то, конечно, надо этот синтепон набивать, ой, где молния, набивать не прям сюда вот внутрь, а желательно, чтобы можно было эти чехлы в будущем стирать. Поэтому моя идея, у меня есть старые наволочки, обычные вот эти вот ХБ наволочки, пусть они будут разноцветные, какого угодно цвета, набить наволочки этим синтепоном, зашить. Навсегда зашить и все. А уже в наволочке, в обычной хэбэшной этот синтепон, сюда вставить для того, чтобы можно было чехлы снимать и стирать. Ну, короче, вот такая у меня затея. 49 гривен за 1 штучку я взяла. Ну, конечно, обидно. Я все обрезала, думаю, а может быть чудо случится, и я найду 3-ю. Но нет, они вместе 2 лежали, одна на другой. Цена указана за каждую, 49 и все. 3-й там нет. Не повезло, но ничего страшного. Так что вот такие вот у меня покупочки, ребята. Я очень довольна, очень счастлива. Куртка и не футболка. Вот с этого я вообще просто в восторге. И размер мой, то есть оно прям хорошо. Вот так вот эластик такой, эластан. Хорошо тянется, отлично. Вот, прикольно. Удобно их стирать, потому что вот здесь вот изнутри вынимается поролончик такой вот кругленький. Все, и ну вообще шикарно просто. Я очень довольна. Вот такие у меня покупочки. Все, на этом буду это видео заканчивать. Кто со мной прошелся по магазинам, вам понравилось. Я очень, очень рада, что вы прошлись со мной. Все, скоро увидимся. До новых встреч. Пока-пока.